Мода на красивые светильники пришла в Россию в начале 19 века, как и мода на все французское. В Литературном музее Дом Языковых в постоянной экспозиции можно увидеть такой необычный светильник со смешным названием «Бульотка». Название произошло от карточной игры «Бульот», потому что эта настольная лампа использовалась в ходе данной игры. У нее есть свои особенности. Абажур установлен на весьма тонком стержне. Но самое интересное в абажуре этой лампы – три оконца. Рассеянный свет из оконцев падал на лица игроков. В этой лампе также можно было регулировать абажур, передвигать по металлическому штырю по высоте горящих свечей. Когда глаза прятались в тени, можно было блефовать и выигрывать. Тогда как во избежание шулерства или какого иного карточного обмана на руки игроков шел прямой свет от тех свечей, которые находились на этой лампе. Конечно, со временем лампа претерпела некоторые изменения, и затем уже к концу 19 столетия стала непосредственным атрибутом письменного стола. Другими словами, бульетка – прототип настольной лампы. Сама лампа находится на ломберном столе, который использовался для игры. Название тоже произошло от карточной игры «Ломбер». Но этот столик также выполнял и другую функцию. Если его сложить, то он использовался в качестве обычного письменного стола. А на зеленом сукне записывалось мелком закулисье карточной игры.